Я знаю, что вы встречались потом с педагогами и сказали им в руки лопаты не брать. Никто такую задачу не ставил. Обязали, пошли, значит, кто хочет, кто не хочет. Саратов продолжает бороться с последствиями снегопадов. Что предпринимается? Не идут ни водители, ни водители, ни механизаторы, даже дворники не идут. Ну и теперь, смотрите, плавно переходим к паводку. Мы пройдем каждую семью, каждый дом, кто попадает в эту зону. Уже были случаи, когда обрушались крыши? Каждая семья, она не останется на улицу.